80-летняя история Ярославской области в одной выставке. Сегодня Ярославский музей-заповедник презентовал новый проект в Центре истории в центре страны. Экспозиция посвящена главным событиям из жизни Ярославского региона, рассказывает о выдающихся общественниках, политиках, бизнесменах, героях. Гордость области – промышленная отрасль. Этой теме отведено центральное место. Каждая витрина – рассказ не только о предприятии, а в первую очередь о его передовиках. Также организаторы выставки уделили внимание историко-культурному наследию Ярославского региона и развитию туризма. Для меня было очень интересно посмотреть эту выставку, потому что много лет я здесь живу, в Ярославле, в Ярославском регионе, и я почувствовала свою сопричастность, именно личную сопричастность к тому, что происходило в нашем регионе, к тому, что происходило в нашей великой стране.